Шумбрат Бразерс. И сегодня Mortal Kombat 11. Поиграем за Фрост в классической башенке. Готовим чеферёху и погнали. Фрост. Так, поиграем в вариации лёдогенератор. Так, и против нас Саб-Зиро. Давно уже не было видосиков по Mortal Kombat. Надо потихонечку набирать обороты. Пишите в комментариях, вам какой персонаж больше нравится в Mortal Kombat. Не забываем, ставим лайки, пишем комментарии. Вот, черепушка подъехала. Here to face the Grand Master. I'm here to take your place. You are not ready, Frost. Round one. Fight. Так, и посмотрим фаталити. Близко. Вперед, назад, вниз, Y. Вперед, назад, вниз. Надо быстрее надо прыжнуть. Писающий мальчик. Got something to trade. Plans for Sector Cyber Factory. I'll take those off your hands. Round one. Fight! Round two, fight! Сейчас еще раз попробуем. Вперед, назад, вниз, Y. Вперед, назад, вниз.
против нас, Sony Blade. Не стесняемся, ставим лайки, подписываемся на канал. USA. Sub-Zero dropped you, huh? For disputing his authority. Gotta respect the chain of command. Round one, fight! Попробуем вторую фаталити. Так, назад, вперед, вниз, вперед, Б. Назад, вперед, вниз, вперед. Назад, вперед, вниз, вперед. Во! Пошла вас. Тут мозг Fatality. На три бары. Frost wins. И против нас Синбел. Крикунья. Сейчас начнет скулить. Волосами мотылять. Скупись, подпишись, поставь палец вверх. Ты же смотришь меня, подпишись. Ну, давай, грузи. Trusting Kronika is foolish. Not after enhancements like mine. I'll reduce them to scrap. Round one. Fight! Round two, fight.
Так, вперед, назад, вниз, Y. Еще раз попробуем. О! Пошла, сверни уже. Блин. Заморозим. Frost wins. Крокозябля получилась. Напоминает жидкий металл с Терминатора 2. В конце, когда на заводе у него стрельнули, разорвало его. Так, и против нас теперь Кроника, главарь Шапанды, Шайки Лейки. Надо у нее отбить этот шлем на голове. Я ждала тебя. Как долго же ты ждала? Вот я пришел. Дождалась. Come. It is time to die. Round one. Fight. Sub-Zero недооценил меня. Рейден недооценил меня. Они все, даже Кроника. Пока я не заморозился, смотрелся на их взгляды и не сломал мать на Лин Куэй. Послушай, мне сейчас открывает еще больше перспективы с их помощью. Я создам историю, которая моя имя будет всех на устах. Но даже их сила имеет пределы. Мое видение построения мира может в корне измениться. Unlike Kronika, I won't let these imperfections fester until time itself must be restarted. The Lin Kuei will be my time warriors. Traveling through history, they'll get rid of those whose actions threaten my vision. From now on, no one will overlook my greatness. I'll never be dismissed again. Вот и все, вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Не забываем, подписываемся на канал, ставим лайки. Будет больше видео. Других персонажей поснимаем.
Ну, на этом все. Пока. Пока.